ценнее еще там. Пацан, вы еще тут? Ближе не подходи! Это я! Прости. Ну как она? Я подвину руку. Давай-ка сюда. Куда ты ее несешь? Пошли. Что ты делаешь? Я даю ей шанс. Тащи все медикаменты, какие есть. Опусти, ну все нормально. Убил! Элис, сиди! Элис, скажи! Элис! Лев, опусти лук. Не бойся. Эбби, кто это такие? Они спасли мне жизнь. Можешь ее осмотреть? Элис, сидеть. Это Яра. Чем били? Молотком. Но это не я. Положите ее. Чувствуешь? Яра? Нет. Я хотела промыть ее и попробовать. Кость раздроблена. У нее компартмент-синдром. Что это значит? Руку придется отрезать. Она солдат. Как она без руки? Если оставим, начнется гангрена. Что угодно, только помогите.
Пожалуйста. Что тебе нужно? В идеале пила, нить, зажимы, антибиотики. Только ничего этого у нас нет. У нас есть ножи, огонь. Отрежем и прижжем. Она умрет от инфекции. Составь список. Я схожу в больницу и добуду все, что нужно. Мне все равно. Да не в тебе дело, она столько не продержится. А если я проведу ее туда за 2 часа? Больница псов, да? На западной стороне? Как? Мы построили мосты в небе, чтобы обходить затопленные районы и ваших солдат. 2 часа у нее есть? Я думаю, да. Пиши список. Стой. Ты серьезно? По этим мостам ходят шрамы. Их посылают только небольшими группами. Ты слышал? Небольшими. Это опасно. Лев. Да направит тебя она. Да хранит тебя она. Эбби. Эбби. Эй! Что? Ты сперла мои ключи? Извини. Мы можем поговорить? Говори. Зачем ты это делаешь? Слушай, она только пришла. Ну-ну. Она ничего не знает про вчера. Мне все равно, что было вчера. А мне нет. Который? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже из псов. Да. Нам повезло, что Мэл была там. Она чуть ли не лучший хирург в Сиэтле. Мэл. А его как зовут? Мужчину. Оуэн. Мэл. Оуэн. Эбби. Но как нам добраться до очень высоких зданий? Мост там. Вот эта тропа впереди ведет в центр. Путь начинается на краю бурной воды. Доведи нас туда, а дальше я сам поведу. По этим мостам и правда можно перейти через пороги? Ага. Через все? Да. И всего за 2 часа? Я не вру. Ладно. Куда мы должны попасть. Ага, я вижу. Ей придется оперировать с тем, что будет у Оуэна под рукой. Тогда... Хорошего, мам. И если добудем, что нужно, да, будут шансы. А знаешь, что наши собаки играют в карты? Мне 13, не 8. Ну, на вид-то тебе 8. Другие тоже считают себя смешной? Что за компартмент-синдром? Если в мышцах сильно повышено давление, кровь не сможет проникать через соединительную ткань. Ну, это типа кожи внутри. Куда ты все знаешь? Я росла среди врачей. Вроде.
Я знаю, как прыгать. Подожди. Эй. Класс. Спасибо. Не за что. Надо бы забраться на крышу здания. Ты ведь бывал на этих небесных мостах, да? Ага. Думаешь, мы увидим много шрамов? Серафитов. Я не знаю. И с тобой все будет в порядке? Вчера же было. Да, но те парни гнали за тобой. За нами все гоняются. Не понимаю, что тут делать. Вроде здесь можно пойти.
Не поранься. Ты как? Нормально. Точно? Сказала, нормально. Все ближе к высокому зданию. Придется нам немного поскакать. Сколько вы с Яро уже в бегах? 2 суток. Куда направляем? Не знаю. Просто подальше. Так скажешь, почему на самом деле за тобой гонится? Я сказал. Они хотят убить мальчишку, потому что он побрил голову? Мне было нельзя. Есть правило. Я его нарушил. Да. Ну и почему? Не знаю. Ты настоящий панк. Панк? У меня ощущение, что ты часто не следуешь правилам. Наверное.
надо еще раз посмотреть. Там было.
Сколько ты уже им пользуешься? Луком? Целую вечность. Хорошо стреляешь. Это ты Яру не видела. Из-за чего они с ней так? Мы бываем жестоки. Мама так говорила. О псах. Она была права. Я боюсь за нее. Почему? За то, что я сделал, будут винить ее. Течение стало намного быстрее. Будь очень осторожна, хорошо? Я же не первый раз.
Зараза. Кто это? Не знаю. Разве он не пес? Нас ведь тысячи. Ты же не знаешь всех шрамов. Не называй нас шрамами. Точно.
Нам точно сюда? Ага. Через это здание мы попадем в соседнее. Пляшущие коты. Странные были люди раньше. Yeah.
Это что такое? Вот прям полегчало. Все. Добрались. Иди за мной. Нам еще много подниматься? Ничего, так далеко. Далеко еще, да? Да. Выпендрёжник. Это не сложно. Ага. Иди сюда. Почему мы этого не видели? Псы не смотрят вверх. Что это значит? Неважно, сколько у вас людей и пушек, мы все равно сумеем вас превзойти. Может, хватит говорить мы? Они ведь... пытаются вас убить. Это апостат! Черт! Это Лили! Все хорошо? Ага. Дай помогу. Давай. Я справлюсь. Слышала, как они меня называли? Ага. Не будешь спрашивать, почему? А ты хочешь, чтобы я спросила? Нет. Славно.
О. Это создали шрамы? Серафиты. Да, я так и хотела сказать. Вот это мощно. Что значит мощно? Типа, потрясающе. Здорово. Защити их. Интересно, понимала ли ваша пророчица, что заварила? Она спасла десятки людей. Необъяснимым образом. Она взрывала грузовики и убивала солдат. Вполне объяснимым. Ты читала ее писание? Видела кое-что. Многое поняла бы. Ну да. Теперь я первая. Ну, правда, сколько еще подниматься? Я же так и не сказал. Соболезнуем вашей утрате. Это честь. Теперь он с пророчицей. Ваш сын храбрец. Вы должны им гордиться. Мы гордимся. Спасибо. Старейшины предложили нам другое дитя. Это большая честь. Элизабет благодарна. Просто я не уверен, что она готова. Старейшины мудры. Что не делается, все лучше. У них там... Да, конечно.
жопу шрамов. Серафидов или как их? Ага, жопу. Не слышала, чтобы серафиты ругались. Это мой первый раз. И куда теперь? Стой, дай угадаю. Вверх. Да. А это что, лифт? Ага. Эй, потяни дверь вниз. Погоди чуток. Ладно, но нам надо спешить. Это все признаки твоей внутренней силы. Когда тебе страшно, постарайся подумать о том, как твое тело готовится к тому, что будет. Только в слабости я проявлю свою истинную силу. Фраза пророчицы? Да. Я думала, электричество и все такое из грешного старого мира не для вас. Есть исключения. Особенно для бойцов. Как удобно. Так ты любишь пророчицу, хотя ее последователи хотят тебя убить во имя нее? Она всего этого не желала. У нее писание след на себе. Что ж ты им не рассказал? До ее смерти мы не вешали людей и не забивали камнями. Они берут ее слова и извращают их. Сама почитай. Ладно.
Здесь ветрено. Это что за хрень? Это мост. Лев! Иди за мной! Блин! Медленно! Я не знаю, смогу ли я! Все не так страшно, как кажется! Тут постоянно Хочет? Да. Не ври мне. Не вру. Ну, то есть, не так, чтобы очень часто. Господи. Главное, вниз не смотри. Да.
Как ощущения? Что прилива истинной силы. Мощно. Мощно. Что? Ничего. Что происходит между тобой и твоим другом Оуэном? Боже мой, Лев, не сейчас! Выглядело очень странно. Иди уже! Я смогла! Пошли! Можно мне минутку погордиться собой? Пока нет. Да, я тебя обниму, Лев. Сейчас тебе расхочется меня обнимать. Почему? Почему? Увидишь. Ты сдурел, Лев! Все будет хорошо, смотри на меня. Черт. Идем. Подожди минутку. Ладно. Ага. Так. Ладно. Куда теперь? Не знаю. В смысле? Это то самое здание, но в этой его части я никогда не был. Мост ведет в дальнюю часть здания. Тут я впервые. Что ж, ладно. Давай поищем, как спуститься. И только? Считай, нам повезло. Может, дело не в удаче? А может, в ней. Некоторые псы верят в Бога. Они молились. А я не верю. Если уж умирать, то ради себя. Тогда что ты здесь делаешь? Зачем ты вернулась за нами?
Это долг. Кому? Ты нам ничего не должна. Просто... иначе бы совесть замучила. Кот подошел. Здесь можно спуститься. Мы можем выйти прямиком к зданию больницы. Просто труп. Из ваших? Нет. Видишь, как он одет? На. А то там темно. А, вот как это работает. Им приказали провести зачистку. Лев, в здании есть зараженные? Мы всегда спускаемся на лифте, так что не знаю.
поры. Идем в масках. У меня нету. Так вы что, не верите в маски? Было не до нее. Может, там они есть. Жди здесь. Назад. Еще дальше. Если ты умрешь, мне конец. Тогда помолись за меня. Так, маска. Как же тут все расхреначило. Черт. Вот там и сиди, ладно?
что я вытворяю? Наконец-то. Маску-то зачем было портить? Козёл. Вот не кстати. Да. Вроде цела. Ладно, пойдем к Леву. Черт, черт, черт. Это тебе. Дай. Мы слишком долго. Быстрее нельзя.
Твоей сестре не будет лучше, если мы оба умрем. Вот так. Мы сможем. Ты нашла дорогу? Нет. Это Бранспойт? Лев, иди скинь его вниз. Сейчас. Так, я спускаюсь. Осторожней. Давай. Все получится. Что дальше? Иди за мной. Что успокоится буря? Боже. Охренеть. Это существо вросло в стену. Не навсегда, как видишь. Ненавижу демонов. Понимаю тебя. Как думаешь, сколько еще этажей осталось? Не знаю. Здание большое. Да. Thank you.
Да уж. Лев, я так рада, что мы срезали путь. Несмотря на то, что тут столько демонов. Вот он сам в шоке. Слышишь? Нет. А ты? Нет. Хорошо. Пойдем. Впечатляет. Ну еще бы. Пойдем отсюда. Как это бесит. Это здание меня бесит. Мы почти выбрались. Осталось чуть-чуть.
Старую гвардию. Федра, да. Говорят, он пытает людей. Давай сейчас не будем об этом. Ладно. А ты кого-нибудь пытала? Лев, подумай лучше, как нам выбраться. Ну что, прогресс. Лев, ты как, в порядке? Да. А ты? Если честно, не особо. Слепой демон, он там. Ugh!
Thank you.
Идем. Жопу это здание. Согласна. Четвертак. Это четверть чего-то? Что? Можешь снять маску. Спасибо. Больница. Так вот она. Мы дошли. Справились. Видишь, вон там лифт. Да. На нем бы мы и спустились. Мимо зараженных. Круто, Лев. Ты только не рассказывай им, что с нами было, а то Яра будет переживать. Ты хороший брат. Можно тебя спросить?
Можно. Ты не жалеешь, что побрил голову? У нас не должно быть сожаления. Лей. Лучше бы я просто убежал. Тогда Яра не пострадала бы из-за меня. Она осталась бы дома, заботилась о маме. А ваша мама нуждается в заботе? Она наша мать. Это наш долг. Дальше тебе нельзя. Что? Почему? Потому что они тебя убьют. А от меня им нужен только реванш в Нарды. Какие еще Нарды? Зайду через переднюю дверь, заберу все и вернусь сюда. А ты жди меня тут, ладно? Ладно. Я своя! Не стреляйте! Это я! Эбби! Эбби? Это Эбби! Черт! Она одна? Открывайте! Привет! Ты что, вплавь добиралась? Ха, да лодка накрылась. Я к вам за медикаментами. Айзек распорядился. Так мы к нему это все и повезем. Что ему нужно? Не могу сказать. Мне дали одно поручение. Мы пакуем и вывозим все припасы. Посмотри, может, у кого-нибудь есть. Слушай, Нора здесь? Она вчера сказала, ее отправляют сюда. Только что уехала, но она вернется. Ладно, спасибо. Откуда они берут пополнение? Может, ловят всех нарушителей и промывают им мозги. Что там у тебя? Шины, шпатели, утки. Для хирургии есть что? Я вроде видела что-то такое внутри.
Спасибо. Стрелял в Дэнни? Если повезет, Шрама его первый найдет. Гребаный предатель. Привет. О, Эбби, ты слышала про Дэнни? Дошли слухи. Вы ведь не повелись? Нет, еще чего. Хорошо. Вот и молодцы. Ты что, совсем говоришь мне? Вы до сих пор не все разобрали? Ага, этаж за этажом. Тут еще остались припасы? Конечно. Еще много этажей осталось. Ах, ну, удачи. Привет. Эбби, тебя тоже подрядили? Да, рук не хватает. Я пришла за медикаментами. Можешь сказать, где Эбби, здесь? Я связался с Айзеком. Он ждет тебя на базе. Да, я с ним поговорю. Поговоришь при встрече. Поедешь со следующей партией. Извини. Ты с ума сошел? Она со вчера в самоволке. Вытяни руки. Плечо себе вывихнешь. Нора. Да. И как ты сумела поссориться с Айзеком? Ну так что, нашла Оуэна? Я говорила с Мэнни. Мне нужны медикаменты. А что с ним случилось? Компартмент-синдром. Предплечье раздроблено. Не ты же будешь его лечить? Мел, у нас мало времени. Боже. Почти все припасы уже упаковали и увезли. Что? Мы не зачистили нижние этажи. Там есть медикаменты? Да, наверное, но... Там те еще дебри. Прорвусь. Попадешься? Ты меня в глаза не видела. Само собой. Ладно, пойдем. Компартмент синдром. Черт. Да. Парню повезло, что его девушка врач. Мел в порядке? Да. После разговора с Айзеком она ходила как пришибленная. Разговоры с Айзеком? Когда Айзек узнал, что вы покинули базу, он всех нас допросил. Ей от него досталось. Кто-то проговорился? Нет.
Нора! Куда это вы идете? За Эбби. Лодку можно отправлять. Остались еще коробки на третьем этаже. Сходите сначала за ними. Лодка набита битком. Ну не сидеть же мне тут до вечера. Ладно. Спасибо. Ушли. Ты сама-то в порядке? Как всегда. Мэнни за тебя страшно волновался. Он знает, что я здесь? Ну, скоро узнает. И что Оуэн собирается делать без руки? Погоди. Все, пошли. Ну, так вот. Он говорил про Санта-Барбару. Он не понимает, что это разводка? Боже, мне так жаль, Мэл. Да. Мне тоже. Ну вот, на этих этажах реанимация, травматология и операционные блоки. Идеально. Ты думаешь, почему все это лежит нетронутое? Там был эпицентр эпидемии. Туда свозили первых зараженных, не подумав. Там все заросло к чертям. Зашибись. Как вариант, загляни в скорые. В них может что-то быть. Мне пару раз везло. Хорошая мысль. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Увидимся на базе. Надеюсь, скоро. Да. Хирургия, травматология, реанимация. Рискнем. Не так уж все и плохо. Ну, конечно, заперто. Раскатал купол. Ага, травматология или хирургия.
Скорая помощь. Отделение травматологии — это там. Вы боролись до конца. Хорошо, что я не застала эпидемию. Охренеть. Это прям слишком. Давай, хоть что-нибудь. Пусто. Должно же тут хоть что-то быть.
Хирургия. Отлично. Это еще что? Я тебя слышу. Она обесточена. Где-то тут должен быть генератор. И тебе нужен дом. Что ж, не вышло. Куда идут эти кабели? Кажется, они до сих пор там шныряют. Мне бы тут пригодился Лев. Или Мэнни. Да, Мэнни. С Мэнни мы бы на раз-два.
Ну что? Сегодня никто не умрет.
Так будет попроще. Ну и где эти сраные медикаменты? Ну, чем порадуете? Что ж такое? Должно быть еще какое-то место. Господи. Во что же я влюблялась. Давай, хоть что-нибудь. Пусто. Пусть в гараже будет хоть одна скорая. Это что за тварь? Спокойно. Забирай припасы и ходу.
На что? Это хорошо. Не подведи. Нет. Да. О, слава богу. Лев, готовься праздновать.